Мы разъясняем вам статью 306 Уголовного кодекса Российской Федерации за лавину, ложный донос. Алло, Паш, отправь газель обратно, пожалуйста. Серег, да. Отгони, пожалуйста, сюда машину поближе. Когда вы, поясните, пожалуйста, заинтересовались идеологией массовых убийств в школах? Примерно год назад. Какие цели вы преследовали данным нападением? Месть. Какое количество людей планировалось убить? Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек. Скажите, у вас была запланирована дата вашего же нападения на школу? Число нет, но месяц, да, это май 2020 года. Понятно. Скажите, у вас с Женей был какой-то план совершения данного нападения? Да, был.